кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу быть волшебницей, чтобы ходить по пустому полю с волшебной палочкой и превращать поля в такое красивое место, куда бы садились самолетики. Я буду такой серьезной дамой, и у меня будут все спрашивать, как правильно строить мосты. Я построю самый большой и высокий мост в мире. Когда я стану большим, у меня будет такая же железная дорога, но только большая. И я буду на ней начальником и буду говорить, что и кому, и как делать. Я построю такую железную дорогу, что по ней будут ездить самые быстрые поезда, прямо как молния, и все мне будут руку жать. Я бы говорила, где нужно дома строить, а потом бы проверяла таким большим фотоаппаратом на ножках. А еще я бы рисовала карты всего мира и показывала на них дома. Я хочу быть как мой папа, рыть тоннель, чтобы под землей ездили поезда. А еще я бы перерезал красные ленточки, как взрослые дяденьки. И все бы мне хлопали и радовались. Буду таким важным сидеть в своем кабинете с кучей бумаг и решать важные вопросы. Буду строить железную дорогу и дорогу для машин, чтобы поезда и грузовики на заводы ездили. Я хочу быть организатором, устраивать праздники, чтобы люди радовались. А еще я хочу помогать им, чтобы в мире была справедливость.